Добрый вечер, доброе утро, добрый день. Приветствую всех-всех вас, любимые. Приветствую вас любовью Господом. Сегодня у нас Страстная Пятница. Пятница перед пасхальным воскресеньем, когда мы будем радоваться. Я имею в виду у нас в бывшем Советском Союзе, ну что во всем мире уже все-таки отпраздновали Пасху, но мы вспоминаем о страданиях Иисуса Христа. Мы вспоминаем о том, что Он сделал для нас. Я приветствую всех тех, кто смотрит меня со спутника, приветствую всех тех, кто смотрит меня через сайт domvery.ru. Хотел бы, чтобы вы присоединились к нам и участвовали вместе с нами в прямых эфирах. domvery.ru вот здесь находится. Пройдите, вы сможете мне писать комментарии, ваши пожелания и ваши мысли. Сегодня очень важный день. Мы вспоминаем о том, что сделал Иисус Христос. Мы вспоминаем о страданиях Иисуса Христа. Мы вспоминаем, что Иисус Христос прошел через путь скорби. Он прошел, чтобы избавить нас. Он прошел, чтобы очистить нас. Он прошел, чтобы даровать нам жизнь. Он прошел, чтобы открыть нам небеса. Он прошел через боль. Он прошел через горе. Он прошел через все, чтобы явить нам славу. Он прошел через все, чтобы дать нам возможность. Он прошел нам через все, чтобы дать нам возможность воссесть на престоле на небесах. Какая благодарность за это Господу, какая слава за это Господу. И вместе мы славим и хвалим Иисуса Христа. Вместе мы славим и хвалим Господа Иисуса Христа. Вместе мы благодарим Его за то, что Он сделал для нас это великое открытие, открыл для нас небеса. Пятница. Знаете, пятница перед воскресением, это когда Иисус был с учениками, когда Иисус был с учениками, молился за нас. И вы знаете, вообще вся эта череда событий, начиная с воскресенья, въезд в Иерусалим, и вот мы прошли через четверг, и вот пятница, когда Его арестовывают, бьют, когда Его уничижают и когда Его распинают. Фактически страсти Христовы, они связаны с этим днем. В этот день Иисус, молясь в Гефсиманском саду, сказал: «Да будет воля Твоя, не как я хочу, но как Ты хочешь». Он сказал это, потому что Его любовь и решение быть послушным до конца, быть послушным до смерти, исполнить волю Отца, дать нам, открыть нам небеса, открыло и сделало для нас такое невероятное. Люди драгоценные. Это самый, наверное, драгоценный момент в жизни, когда Иисус Христос принимает решение. Многие люди начинают считать, сколько дней прошло и так далее. Я хочу сказать, когда Он молился этой молитвой, когда Иисус молился этой молитвой: «Да будет воля Твоя, не как я хочу, но как Ты хочешь», когда Иисус молился этой молитвой, вы знаете, в этот момент происходило очень что-то невероятное. Иисус сказал: «Я буду пить чашу гнева». Страсти, мучения Его начались там, в Гефсиманском саду. Хотя Его физически никто еще не бил и никто не унижал. Но там, в Гефсиманском саду, что-то произошло. Он решил соединиться с нашими проклятиями, с нашим злом. Он отождествился, Он испил чашу проклятий. Он испил чашу зла. Он принял чашу гнева Божьего. Гнев, который собирался для всех нас, для вас, для меня, за наши грехи, которые у нас будут и были, и есть. Он собрал чашу гнева, и Иисус принял и разлучился с Отцом. Его страсти, страдания начались там, в Гефсиманском саду. Поэтому все, что дальше идет, фактически Он разлучился с Отцом там. И на Голгофе Он воскликнет: «Отец, Отец, почему Ты оставил меня? Почему Ты оставил меня? О, Господь!» Дорогие мои, мы должны помнить о решении, о словах, о том, что сделал Иисус Христос. Мы должны помнить, мы должны жить этим. Каждый шаг.
Когда мы смотрим вот то, что происходило там в Писании, все началось с того, что, и если вы откроете Евангелие Иоанна 13 главу, все началось с того, что Иисус с учениками собирается и дает им, моет им ноги, и дальше Он учит их. И дает заповеди новые, заповедь новую даю, омыл ноги и так далее. Дальше Он предсказывает, что Петр отречется от Него. Он их продолжает поучать. И вот 13, 14, 15 глава, он продолжает учить. «Я есть лоза, вы ветви». И это все в преддверии важных событий. И 16 глава начинается со слов: «Я сказал вам, чтобы вы не соблазнились, изгонят вас из синагог, и даже наступит время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что тем служит Богу». Всякий, убивающий вас, будет думать, что тем служит Богом. Фактически все, и в 16 стихе Иисус говорит: «Я иду к Отцу. Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, но я иду к Отцу». Это 16 стих. Он им говорит, их подводит к мысли: «Мужайтесь, я победил мир». Он заканчивает 33 стих этой главы, 16 главы: «Мужайтесь, я победил мир». И вот наступает 17 глава. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче». 17 глава, 1 стих. И сказал: «Отче, пришел час. Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Вы знаете, вот этот момент Иисус говорит, это Его молитва начинается, первосвященническая молитва за всех нас. «Как Ты дал Ему власть над всей землею, да и всему, что Ты дал Ему, Он дает жизнь вечную». И 3 стих: «Сия жизнь вечная». Что есть жизнь вечная? «Да знают Тебя». Сия жизнь вечная, да знают Тебя. Жизнь вечная — это знать Бога. Многие знают о Боге. Многие знают про Бога. Многие слышали о Боге от кого-то. Но знать Бога — это есть жизнь вечная. Иисус молится и говорит эти слова: «Жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и послан того Иисуса Христа. Я прославлю Тебя на земле. Совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. Ныне прославь Меня Ты». Иисус молится. Он еще не арестован, еще ничего не началось. Он молится. Его молитва движется. И он начинает молиться за учеников своих. «Да будут они едины». «Да будут они едины». «Чтобы они были едины». И знаете, Иисус молится о той проблеме перед всеми этими событиями. Перед всеми этими событиями. Его молитва о каждом из нас. Его молитва о тебе. Он молился там о тебе. Посмотрите. 15 стих. 18 главы. «И не о них, не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы ты сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истину твою. И как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. За них себя я посвящаю, чтобы они были освящены истиной». И 17 глава от Иоанна, 20 стих. Продолжаю читать. 17:20. Открывайте, пожалуйста. Это очень важный момент. Евангелие от Иоанна, 17. «И не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их». Другими словами, он молится о нас с вами. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, так и я в Тебе, так они да будут в нас едины. Да уверует мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едины, как мы едины, как Ты в них, как я в них и Ты во мне. Да будут совершены воедино. И да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как я возлюбил их». Дорогие мои, Иисус молится о единстве. Он молится за вас. Там, в Гефсиманском саду, Он молится за тех, которые уверуют по слову их. Он молится за тебя и за меня.
Аллилуйя, слава Господу. Слава Господу. Он молится за нас. Вы знаете, вот этот момент, он обращается к Богу, Отцу, чтобы мы были в единстве. Знаете, сегодня одна из самых главных атак дьявола на единство церкви, на единство верующих. Сегодня самая главная атака, когда верующие начинают грызть друг друга, когда верующие начинают говорить гадости друг про друга, когда верующие начинают делать такие неправильные вещи. Сегодня дьявол атакует. Сегодня дьявол атакует. Атакует церковь через то, что у нас уходит единство. Драгоценные мои, сегодня в Страстную Пятницу мы вспоминаем о том, с чего все началось. Он молился о вас с нами, о тебе, обо мне. Он молился, чтобы у нас было единство. Если мы будем единым, тогда весь мир познает. Посмотрите. Если они будут едины, 21 стих, и уверуют в мир, что ты послал меня. Если мы будем едины, тогда мир уверует, что мир познает Иисуса. Мир познает Христа, если у нас с вами будет единство. Дети Божии, я обращаюсь к вам, я стучусь к вам в ваши сердца. Если у нас будет единство, если мы будем жить в единстве, если у нас будет настоящее небесное единство, тогда весь мир познает, что ты послал меня. Сила наша не в разных учениях и доктринах, и ересях, и всех остальных вещах. Наша сила в единстве, в согласии. Где двое или трое согласятся просить о чем-либо. Вы знаете, сила единения имеет потрясающую, потрясающую мощь. Единство началось... Есть неправильное единство, давайте так скажем. Когда они решили построить Вавилонскую башню и сделать себе имя выше всякого имени. И когда Господь увидел, что они делают, Он сказал, посмотри, как они едины. У них единая стратегия, одни слова, одна идея. У них одна мысль. У них все единое. И поэтому они сделают, чего хотят. И поэтому Бог сделал всего лишь, чтобы они перестали понимать друг друга. И вы знаете, все стали говорить каждый на своем языке. И они перестали понимать друг друга. И когда они перестали понимать, они не построили. Бог знает очень важный принцип. Когда верующие, когда люди, когда кто-либо перестает понимать друг друга, или давайте так, не хочет понимать друг друга, когда в семье муж не хочет понимать жену, когда жена не хочет понимать мужа, дети не хотят понимать родителей, родители не хотят понимать друг друга, когда уходит понимание, взаимопонимание, не так, что один понимает, другой не понимает, нет, тогда уходит единство, а если уходит единство, уходит будущность. Если у вас нет единства, вы ничего не добьетесь. Если у вас нет единства в вашей работе, в компании, где вы трудитесь, вы ничего не добьетесь. Иисус молится о единстве. Хотите чего-то добиться, нам нужно единство. Если не будет единства, он молится. Если не будет единства, ребята, вы ничего не добьетесь. Вообще ничего не добьетесь. В вашей жизни вы не сможете вообще ничего сделать. Но весь мир познает, если вы будете едины. Потрясающие истины. Послушайте меня, это потрясающие истины. Это потрясающие истины. Иисус молится первосвященнической молитвой. Дальше происходит череда событий. Глава 18 с 1 стиха, пожалуйста, откройте. Глава 18 с 1 стиха. «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими в поток Кедрона, где был сад, который вошел сам и ученики его». Если вы со мной поедете в Израиль, мы с вами войдем в этот сад через Кедронский пролив. Он буквально перед Иерусалимом. Кедрон и Гефсиманский сад. «Знал же это место Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. И вот Иуда, взяв отряд воинов и служителей,
от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями. Иисус, зная, что с ним будет, вышел и сказал: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса из Назарея». Иисус говорит: «Это я». Стояли же с ним Иуда и Иуда, предатель его. И когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю. И опять спросил: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисус из Назарея». Иисус отвечал: «Сказываю вам, что это я. Итак, если меня ищете, то оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное через пророка». Иисуса арестовывают. Предатель Иуда. Вы знаете, кто такой Иуда? Ну, вы знаете, скверный тип. Иуда человек, который носил с собою грех. Он воровал, он тянул. И дьявол нашел место в его жизни, потому что у Иуды был шанс дать место дьяволу. Писание говорит: не давайте место дьяволу. Не давайте место дьяволу. Не давайте место дьяволу. Вы знаете, когда мы говорим о том, что не давать место дьяволу, вообще это очень важный момент. Кому мы даем место? Кому мы даем место в нашей жизни? Кому мы разрешаем прийти в нашу жизнь? Кому мы разрешаем войти? Если бы ты даешь место дьяволу, ты можешь оказаться вместе с Иудой, предателем. Можешь оказаться вместе с Иудой, человеком, который предал Иисуса Христа. Осознавал ли Иуда, что делал он? Я не знаю. Некоторые трактуют, что Иуда хотел, чтобы Иисус стал известным, великим. Некоторые трактуют, что они хотели, что Иуда хотел, что Иисус стал царем, что он стал мессией. Я не знаю, чего вообще. Я не знаю, о чем думал Иуда. Я не знаю, о чем размышлял, но его разум захватил дьявол. Во время вечери, когда Иисус подал ему чашу, написано, что в тот момент вошел в него сатана. Не давайте место дьяволу. Не давайте место дьяволу. Дорогие мои, я обращаюсь к каждому из вас. Дьяволу дать место очень легко. После тех событий начинается разговор. Симон хватает меч, 10 стих, отрубает ухо. Иисус говорит Петру, 11 стих, 18 главы. Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Тогда воин и тысяченачальник, служитель иудейский, взяли Иисуса и связали его, и отдали его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафы, который был на тот день первосвященником. И это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон, Петр и другой ученик. Они пришли туда, и Петр стоял за дверями, потом другой ученик был тут. Начинает узнавать Петра. Смотрите, 17 стих. И тут раба, предверница, говорит Петру: «Ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет». Между тем, как рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись, Петр же стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках и об учении его. Иисус отвечал ему, говорит, и здесь начинается разговор, что спрашиваешь меня и так далее. Вы знаете, за неимением большого времени я хочу сказать, что когда Иисус говорил с первосвященником, его обвинили, били, плевали, унижали, и потом Иисуса ведут в преторию, у него встреча с Пилатом. После того, как была встреча с Пилатом, там вообще разговор интересный был тоже. Фактически Иисуса ведут на судилище, и
потом предлагает в честь праздника выбрать кого им и ставит его перед всей толпой, кого вам дать. И народ кричит: «Распни Иисуса!» и просит отпустить разбойника, подговоренный народ. Знаете, когда толпа народа кричит, никогда не верьте, толпа народа никогда не будет справедливой. И вот здесь начинается интересное. Иисуса наказывают. Его приковывают цепями к столбу позора. Там, начиная с Гефсиманского сада, началось дикое событие. Иисус теряет связь с Отцом. Вы знаете, когда Иисус сказал, что я не могу пить чашу сию, когда Иисус сказал, я не буду пить чашу сию, вы знаете, в этот момент происходит что-то уникальное. Да будет воля Твоя. Он принимает решение. Иисус принимает решение следовать воле Отца. И находясь там, среди римских солдат, прикованных к столбу позора, когда воин берет, Иисус молится молитвой, да будет воля Твоя, не как я хочу, но как Ты хочешь. Не как я хочу, но как Ты хочешь. Почему Иисусу так было больно? Потому что Иисус испил чашу гнева наших проклятий, греха. Он принял чашу гнева Божьего. И Бог отвернулся от Него. Вы знаете, Бог Он отворачивается от греха, а Иисус принял грех. Вот здесь происходит нечто невероятное. Иисус, прикованный к столбу, смотрит на небеса. Отец, да будет воля Твоя. Да будет воля Твоя. И вы знаете, когда воин берет плеть, а знаете, там крючки в конце плети, железные крючки, и он со всего размаху ударяет, крючки впиваются в его плоть. И Иисус восклицает: крючки втыкаются в плоть, и воин выдирает их, разрывая спину. Боль, удар, удар, удар. Пальцы не разгибаются от боли. Кровь течет. Он начал расплачиваться за наши грехи. Все закончится на Голгофе. Все закончится на Голгофе. Иисус умирает за нас. Там, на Голгофе. Драгоценные мои, это самый, наверное, драгоценный момент. Иисус пришел и исцелял, творил чудеса. Иисус пришел и делал великие дела. Он и по воде ходил, и кормил множество народа. Но не за этим Он пришел. Он не пришел, чтобы накормить голодных только. Он не пришел, чтобы исцелить больных только. Он не пришел, чтобы дать нам надежду. Он пришел, чтобы открыть Своей смертью нам жизнь. Смерть, которая над нами, Он Своей смертью попрал. Смертью смерть попрал. Он уничтожил смерть, дабы открыть нам. Он говорил о Себе: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не придет к Отцу, как только через Меня. Я есть лоза, вы ветви». Знаете, Иисус открывает для нас возможность иметь отношение с Отцом. Иисус открывает для нас возможность иметь небеса. Аллилуйя. Слава Господу! Сейчас мы посмотрим небольшой видеоролик из нашего мюзикла о Голгофе, о распятии, о страдании Христа. Помните, что Иисус это сделал за каждого из нас. Пусть Бог благословит вас и меня. Оставайтесь с нами. Мы продолжим говорить о событиях Страстной Пятницы. Творец не отвернулся от создания.
людей любовью вечной возлюбив, решил избавить их от наказания, за их грехи своею кровью заплатив. Голгофа, твое уже приходит время. Голгофа, тебя уже не укротить. Тот путь, что выбран, бесконечно трудный, но только он способен души искупить. Распятье, о, как оно к тебе несправедливо. Распятье, грехи людей тебя к нему ведут. Тот путь, что выбран, бесконечно трудный, но только он способен души искупить. Ты выбрал смерть, чтоб дать нам воскресенье. Ты выбрал боль, чтоб нам так не страдать. Тот путь, что выбран, бесконечно трудный, но только он способен души искупить. А второй? Он презираем был, отвергнут всеми. Познав страдания, изведав боль, за нас терпел удары, наказание. Тем говоря, любить тебя позволь. За что ведут в лицо ему? И смотрят, презирая. Он исцелял, кормил, благословлял, усталости не зная. Весь этот мир без тебя, ложь и суета, маски вокруг, замкнутый круг, боль и пустота. Ты подарил миру любовь и на землю пришел. Ну а взамен неверие, злость, предательство. Oh.
за что звучит вопрос. Он нам надежду дал. Стекает кровь, проявлена любовь. Свершилось, он сказал. Стекает кровь, проявлена любовь. Стекает кровь с креста. Знаете, когда Иисуса били, и толпа кричала: «Распни, распни!» И когда его повели, крестный путь по велодоросу этой дороги, если вы со мной поедете в Израиль, я вас обязательно проведу по этой дороге, пути крестному. Вы знаете, когда Иисус шел по этому пути, он с трудом шел, и случилось что-то интересное. Идя по крестному пути, об этом повествуют евангелисты. Все четыре евангелиста повествуют об этом. Вообще, это событие очень редко, когда все четыре рассказывают об одном и том же. Но по пути на Голгофу Иисус, падая, толпа кричит. Крест давит на него. Вы знаете, по пути на Голгофу Иисус встречает человека, Симон Кириньянин. И римский воин, Симон Кириньянин шел с поля. Давайте откроем Луки 23 глава. Откройте, пожалуйста, Луки 23 глава с, давайте с 26 стиха. И когда повели его, захватив некого Симона Кириньянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Симон Кириньянин шел за Иисусом. Знаете, когда Иисус обескровленный нес крест, упал, Симона Кириньянина заставили нести крест. Симон Кириньянин несет крест Иисуса на Голгофу. Я часто думаю вот об этом Симоне Кириньянине. У меня есть хорошая проповедь о Симоне Кириньянине. Человек, который несет крест. Несет крест на Голгофу. Почему Иисус не донес сам? Почему нужен был этот Симон Кириньянин? Почему так Богом было запрограммировано, срежиссировано? Такая история, чтобы Симон Кириньянин нес крест. Я отвечу. Чтобы показать нам, что каждый из нас, ты и я, мы можем быть этим Симоном Кириньянином, который несет крест Иисуса Христа на Голгофу. Каждый из нас может быть Симоном из Киринеи, человеком, который несет крест на Голгофу. Я хочу нести крест Иисуса на самую высокую гору. Что это значит? Это был партнер или партнерство. Участник. Участник в страстях Христовых. Человек, который... Я бы хотел оказаться на месте Симона Кириньянина. Вы знаете, он сделал очень важную вещь. Он участвовал в событии искупления. Сегодня все люди смотрят на крест, который Иисус нес, и Симон Кириньянин на Голгофу. Представляете, какая была бы честь для тебя, для меня, для каждого из нас нести крест на самую высокую гору, на которую люди будут обращаться и говорить: «Господи, прости меня». На Голгофу будут люди всей истории смотреть и говорить: «Господи, помилуй меня». Симон Кириньянин – простой человек. Простой человек. Простой человек. Киринея была в Африке. Простой человек из Африки. Симон Кириньянин нес крест Иисуса Христа. Сегодня ты и я, мы можем нести крест Иисуса Христа, чтобы сегодня поднять его так высоко. Вы знаете, что я через телевидение, мы поднимаем крест так высоко, чтобы люди увидели Иисуса, чтобы люди познали Христа, чтобы люди познали Иисуса Христа. Это самая, наверное, важная миссия, которую мы можем сделать, поднять крест Иисуса Христа
на самую высоту. Мы поднимаем из космоса крест и вещаем к вам. Вы сейчас смотрите меня, этот сигнал проходит миллионы километров, пока он придет к вам, пока он придет к вам и дойдет до вас. Вы знаете, проходит огромное расстояние. Почему это возможно? Потому что мы, как Симон Кириньянин, несем крест Иисуса Христа. Мы подняли крест над Россией, над Украиной. Мы поднимаем крест над всем бывшим Советским Союзом, над всем русскоязычным миром. Мы поднимаем крест Иисуса Христа. И это возможно благодаря партнерам, людям, которые участвуют, которые помогают, людям, которые делают вместе со мной Божье дело, проповедуя Евангелие по всему лицу земли. Когда Иисус воскрес, это жертва, принесенная за нас. Если семя, падшее в землю, не умрет, не принесет плода. Иисус посеял себя. На Голгофе он страдал, он мучился, он был мучим за наше беззаконие. И он очистил нас, искупил. И потом придет и скажет: есть воскресение и жизнь. Драгоценные мои, я обращаюсь к вам. Благодарю Бога за каждого из вас, кто принимает участие в пасхальном семени. Если вы хотите поддержать нас, пожалуйста, поддержите здесь. Многие люди приняли активное участие, поддержали. И у нас обновленный список, и всю эту неделю мы говорим о пасхальном семени. Вы можете пройти на этот сайт и поддержать нас. И я буду благодарен Господу за каждого из вас и благословляю вас. И у меня остаются последние минуты. Я хочу выразить огромную благодарность всем нашим партнерам, всем тем, кто нас поддерживает и участвует. И в этом пасхальном семени принимают участие люди. И я хочу сказать вам, пусть Бог благословит вас. Пускай Бог благословит ваши жизни. Пускай Бог благословит вас. Пускай ваши семена придут во славу Господню. Давайте покажем список людей, которые приняли участие. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам большое. Итак, Гильхан из Туркмении. Благодарю вас. Наталья из Мизури. Надежда из Киева. Анна из Мельников. Татьяна из Запорожья. Пусть Бог благословит вас. Евгений из Кировограда и другой Евгений из Степногорска. Татьяна из Железнодорожья. Алекс и Светлана из Соединенных Штатов. Светлана из Украины. Александрия. Елена из Сумы. Светлана из Киева. Алекс Мелитополя. Сергей из Белого Колодеца. Алла из Киева. Светлана из Луганской области. Анна из Донецкой области. Нелли из Киева. Татьяна из Лондона. Марина из Германии. Алия из Денвера. Лилия Роза из Италии, Украины. Светлана. Джанетта из Лондона. Яна из Москвы. Спасибо вам, Яна. Елена из Киева. Александр из Киева. Евгения из Украины. Мария из Германии. Людмила. Пусть Бог благословит вас. Из Казахстана. Алина, Лариса из Бершевы, Вида, пусть Бог благословит вас, Галина из Украины, Владимир, Людмила из Украины и России, Андрей Ульга из Черкас, Владислав из Украины, Геннадий из Одессы, Галина из Украины, Андрей и Ольга из Черкас. Пусть Бог благословит за вашу маленькую лепту, но все-таки лепту. Если вы сделали пожертвование, пожалуйста, сообщите нам об этом по имейлу или по одному из телефонов, которые вы сейчас видите на экране. Пусть Бог благословит вас. Аминь. Всю эту неделю мы собираем пасхальное семя. Вы знаете, как Симон Кириньянин поддержал Иисуса в благовестии, так и мы распространяем благую весть. Иисус умер. Его положили в гроб. На Голгофе он воскликнул: «Совершилось!» Что совершилось? В этот момент завеса в храме разодралась, и Дух Божий вышел из храма, и Он вошел в ваши сердца. Совершилось. 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 Если вы не имеете Иисуса Христа в своей жизни, в своем сердце, вам нужен Иисус Христос. Я обращаюсь ко всем людям, кто смотрит меня сейчас через телевидение, через интернет. Если у вас нет Иисуса Христа в сердце, если вы не познали Его любовь, сегодня самый лучший день, день спасения. Примите Иисуса Христа в вашу жизнь во имя Иисуса Христа. Повторяйте эту молитву со мной, молитву покаяния. Скажите такие слова. Я буду говорить, вести вас, вы повторяйте за мной. Скажите со мной вслух.
Отец Небесный, я прошу Тебя, прости меня, я каюсь и прошу милости. Войди в мое сердце, войди в мою жизнь. Иисус, Ты умер за меня и пролил кровь свою. Я прошу Тебя, очисти меня от всякого греха. Иисус, я каюсь. Слава Тебе. Хвала Тебе. Благодарение Тебе. Иисус, Ты достоин чести и славы. Иисус, Ты мой Господь. Я Твое дитя. Навсегда. Я отдаю свое сердце и свою жизнь Тебе. Иисус, Ты мой Господь. Аминь. И все скажем аминь, аминь, аминь. Если вы молились этой молитвой со мной, я хочу сказать, Иисус вошел в ваше сердце и в вашу жизнь. Пусть Бог благословит вас. Я Максим Максимов, я заканчиваю свой прямой эфир. Я хочу сказать, пусть Бог благословит вас. Живите для Господа. Завтра суббота, и завтра я снова выйду в прямой эфир. Это пасхальная неделя, и у нас завтра не будет выходного. Мы будем служить вам в прямом эфире. Пусть Бог благословит вас. Жду вас в прямом эфире, благословляю вас и верю, что вы увидите великое будущее. Держитесь за Господа и помните, Иисус есть Господь. Иисус есть Царь наш, Бог наш. Все люди, кто со спутника меня смотрит, я вас благословляю. Благодарю всех за партнерство. Лариса, я сейчас посмотрю, кто там мне в интернете пишет. Мне на многие люди пишут. Лариса из Кирова, Юлия из Санкт-Петербурга, Лариса из Бершевы, Дмитрий из Воронежа, Слава из Казахстана, Ольга из Казани. Я вижу Георгия с Нальчиком. Пусть Бог благословит. Смотрите всегда на Господа. Правильно, Георгий? Благословляю. Евгений из Кишинева, Наталья из Кировограда, Ольга из Казани. Всех-всех приветствую из Лондона, из Украины. Приветствую вас. Татьяна не знает откуда. Да благословит вас Господь. Держитесь за Господа. Ищите лица Господа. Юлия Сабакана. Пусть Бог благословит вас. Ольга Колегова из России, Кирово-Чепецк. Пусть Бог благословит вас. Всех люблю, всех ценю, всех благословляю. Помните, Иисус есть Господь. Завтра встретимся и будем продолжать говорить о Пасхе, ибо Пасха наша Христос. Пасха наша Христос. Я люблю вас. Всем-всем-всем благословляю вас именем Иисуса Христа. Христос воскрес. Аллилуйя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. И все воскликнем. Аминь. Встретимся завтра в это же время. Светлана из Новосибирска. Жду вас завтра. Любовь с Карелии. Жду вас завтра. Благословений.